Нужен татарский, не нужен. Это что за глупость? Конечно, нужен. Конечно, пока ребенок в школе, он должен в детском саду учить все языки, которые и русский, и татарский, и английский, если можно, и китайский. Это же знание ребенка, его конкурентность. Как будто татарский язык какой-то ущербный. Мы живем в Татарстане. Это пригодится. Он поедет в любую страну. То, что он может выучить, знать татарский, он, это может быть базой. Пригодится, не пригодится. Конечно, пригодится. Мы должны на примере Татарстана показать, как надо относиться к национальным языкам. Не только русский. Русский – это номер один. И татарский, и все другие. Вот на нашем примере это нужно, не нужно. Что это за разговоры? Это же целые народы, это культура. Мы все потеряем, если мы язык, вот начнем с языка, потом все потеряется. Ты должен сохранить свой язык. Это язык твоей матери. Язык матери надо знать. Если ты будешь знать там татарский, ничего от этого. Тем более ты живешь в Татарстане, люди здесь. Ты по-татарски переговоришь, уже отношение будет другое. И потом, как вы представляете, давайте вот татары вот в один класс, русские в другой класс, мы же вместе все здесь живем. Сначала в классе разделим, потом бизнес будем делить, потом еще. Ну как может быть государственный язык добровольный? Нигде в мире такого нет. Почему получилось, что родной язык, значит, перебирали за счет татарского, потому что в федеральном стандарте сократили количество татарского языка. И, конечно же, неоднократно это не поднималось в части изучения, значит, методики изучения государственного языка. Здесь есть, конечно, вопросы, и мы это тоже принимаем. Мы ждем федерального стандарта нового, где государственный язык республики будет преподаваться 2 часа в неделю. И я уверен, что эту работу мы доведем. Алар бір шек керек бұл. Мен сіздің көбі күшілер, әгерді ұл мәселені, милетіні, дейіні, сапылығы іздейінәсе, олай бір жоғалы өте шек.